Иван Петрович страстно любил читать газеты. Зайдя к нему в гости, можно было не сомневаться, что перед уходом он непременно задержит вас за пуговицу пиджака и в сотый раз произнесет свое любимое. «Ну, нет, батенька, вы что не говорите об газетах-то, вон что пишут по этому поводу». За глаза его даже так и называли «по этому поводу». А мы с вами сегодня говорим об улице Почтовой и о тех, кто на ней жил когда-то. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».